поверьте, честное слово, я не знаю, что я буду играть. Это я себя кидаю все время в такое пространство, которое мне интересно самому выплыть из этого, выстроить что-то. И если у меня появляются в публике как бы коллеги, которые понимают, слышат и доверяют, то я рад этому. Это рискованно, естественно, потому что а вдруг не получится. И даже что-то предполагая перед выходом, ну я начну, может быть, так. И, а рука вдруг раз, и все. И я уже в другом мире. Поэтому, но я единственное могу сказать, что этого спорно, не спорно, но я, в общем-то, если джазовая музыка в основном, даже довольно современная, она четверть подготовлена, в смысле, есть материал, и от этого базируются музыканты, и они все-таки заявляют как бы вариации, в общем-то. А форма вариации – это очень старинная форма, она хорошая, никто ничего никто не говорит, но как бы развитие симфонизированных вещей в симфониях мне больше нравится, это больше свобода. И поэтому я, ну, как бы у меня есть тяга в эту сторону, в смысле, сочинять. Почему я беру синтезаторы? Иногда спорят, ты там хорошо играешь на рояле, играешь. Нет, я не люблю играть только на рояле. Почему? Потому что мне скучно. Ну, вот скучно. Наверное, есть музыканты, которые играют на одном инструменте, ему хватает и все такое. Мне скучно, почему? Потому что я слышу голос оттуда, давай-ка что-нибудь добавь. Вот. И вот это добавление, поэтому я беру синтезаторы в том отношении, что сейчас уже синтезаторы все выше и выше по категории натуральных звуков, не обязательно электроника, а именно натуральных звуков, то ты чувствуешь себя оркестром, и ты уже отвечаешь за оркестровку. И вот это сочетание, сочинение, оркестровки и все, то это другой вид импровизации. Ну что я буду сейчас делать, теоретические раскладки? Нет, ну в общем, вот такой вид я играю. Дальше музыка. Да. Спасибо. Вы видите, у нас концерт начался, в общем, необычно. Необычный жанр. Сначала поговорить, потом музыка, потом еще, может быть, поговорить. Будет такое. Да, потом чай, вот еще Леша обещает. И, да, я прошу вас. Все. Слава Ганелин. Thank you.
Слава Ганалину! Ответ на все вопросы, которые прозвучали, которые еще не прозвучали. Слава Ганалину!